1200 подарунків для малозабезпечених. Фонд Бориса Колеснікова та хокейний клуб «Донбас» провели традиційну пасхальну соціальну акцію для жителів Донецької області. Представники фонду разом з хокеїстами вручили паски дітям-сиротам, підопічним будинків-інтернатів для престарілих, літнім людям з інвалідністю, безхатченкам, багатодітним та малозабезпеченим родинам, ветеранам праці в Дружківській, Костянтинівській та Іллінівській ОТГ. Також напередодні свята вони відвідали будинки матері та дитини, центри соціально-психологічної допомоги для осіб, що постраждали від психологічного насилля, будинки милосердя. Передали пасхальну випічку настоятелям місцевих храмів. Традиционно фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб «Донбас» поздравляют с Пасхой всех, кто лишен семейного тепла, людей с инвалидностью, одиноких, престарелых, детей сирот. Для нас очень важно не оставить в одиночестве наших соотечественников, подарить им немного тепла и радость общения. Хотел поблагодарить фонд Бориса Колесникова о том, что он не забывает нашу церковь, помогает строить храмы и выделяет пасхальным богослужением подарки людям, нуждающимся, те, которые нуждаются в попечении. Есть люди, которые нуждаются в нашем внимании. И это очень хорошо, прекрасно, потому что мы должны заботиться друг о друге. Я хочу сказать от имени всех прихожан, от имени нашего города, мы очень благодарим Бориса Колесникова и всех людей, всех волонтеров, которые тратят свое время, свои силы, свое внимание, дарят нам любовь и материально помогают. И, конечно, если вот эта помощь, как сейчас вот привезли Пасхи, это такая радость.